Всем привет! Меня зовут Владимир, и вы смотрите канал Феникс Let's Play. Мы продолжаем наши новогодние выпуски. Никак не могу привыкнуть к этой шапке, потому что я их шапки не ношу в принципе всегда с капюшоном. И сегодня мы продолжаем играть в игру Emily Wants to Play. Так, я вроде немножко разобрался с игрой. Ну как разобрался? Как-то она сегодня ведет себя хорошо, вроде даже не вылетает. Поэтому давайте попробуем в нее все-таки поиграть по-нормальному. Не знаю, что это будет. Кстати, да, сегодня опробуем новую камеру. Посмотрим, что из этого будет тоже. Потому что я не знаю, вот как видите, у меня лицо уже на весь экран. А тут в этой камере есть зум, это очень меня радует. Так, это мы уже смотрели. Так, кстати, а что тут про фонарик было? А, фонарик у нас есть. А, отлично. Ну, давайте попробуем, я не знаю. Я, честно говоря, так и не понял, что тут надо делать. Кроме как... Бляха-муха, твою мать! Ладно, собака. Я просто не знаю, что тут надо делать в этой игре. Так, давайте чуть-чуть ее понижу. Так. Тут она... Ладно, будем считать, что она немножко опустилась. У меня мишура просто на мониторе, она ей не дает. Бляха-муха, так, а что мы должны сделать? Так, значит, я не совсем понимаю, что с ней надо сделать. А, погодите, а мы что-то в эту же комнату не ходили. Что это за комната? Я потом видео-то... Вон о чем. Там смотри мне. Я так и не понял, что в этой игре надо делать. Я посмотрел у них прохождение, полистал так. Видео посмотрел кое-какие. Вот это вот я знаю, что нам можно нажимать. Что надо делать, я и так и не сообразил. Опа, ну что нашел. Так, я запомнился о моих друзьях. Я делаю, что их пройти счастливыми. Опа. Не оборачивайся, готовы? Погнали. А чё никого? В смысле не оборачивайся, а чё никого нету? Так, ну-ка, стопэ. А. Так, ну-ка нахрен. Спокуха. Пойдем. Спокуха. А чё фонарик такой духлый? Твою мать, ты уже здесь, да? А чё с тобой у нас собака делает? А ты, кстати, откуда прибежала? Ты мне там это... Бляха, муха, где проход? Вот он проход. Ты мне там давай. Ты стой, да. Вот он, свет. Стоишь, молодец. Стой. А мы пока пойдем куда-нибудь, не знаю куда. Че в этой игре сделать-то надо? Стоит. Это хорошо. А, там какая картина была. Так, Эмили, ты давай как-то это, не буянь, да? Не, нафиг я туда делать не буду. Пойдем сюда. Так. Свет. А, нам пофигу, все, у нас есть свет, все. Don't look at her, не смотри на нее. Твою мать, ты уже здесь, да? Так, а что сделать-то надо? Ну, предположим. Не, давайте, знаете, что, так мне не нравится. Конечно, за нами ходит, но если она просто будет так ходить, и это будет, так скажем, бессюжетно все. Это станет немножко нудно, я так считаю. Ну, давайте походим пока. Ну да, она будет, конечно, время три мини вылазить, но... Что-то мы должны, видимо, все-таки сделать. Какой-то сюжет должен быть. Типа, я хочу поиграть. Что ты хочешь поиграть? Зачем? Давай играть. Давай в прятки играть. Ты сейчас спрячешься, а мы тебя не найдем. Мне кажется, вообще самый классный вариант. И ты победишь, и нам приятно. Нет, цвет-то, бляха, муха, вот он цвет. Так, подожди. Не, ну а что делать-то надо? Ну вот, полночь, да, ладно. Тихо, где она, собака? Где она? Нет ее. Включи. Нет ее. Пойдем сюда. Я пока бесцельно хожу, потому что я не знаю, что на самом деле надо сделать. Ну давайте пробуем разбираться. Опа, тут что-то есть где-то. Давайте пробовать просто разбираться. А, ты вон, а да, уже где?
А ты с Костюком ходишь? Не-не-не-не-не. Так, ну она там, значит, нам сюда можно. Тут ничего нету. Так, это мы читали, вот это что такое? I just want to play. Я просто хочу поиграть. Где она? Опа, ты уже здесь, да? Ладно, все, я вас это больше вас не отвлекаю, мы уже уходим. Да. Все, мы уже уходим. То есть собака. Опа. Она, кстати, вообще он появляется, он, я только что видел, ее тут резнулась она. И внезапно появилась, только. Ты стой! А, подожди, тут же еще одна комната где-то была. Это мы где? Вот тут, по-моему, как раз. Да, она тут мне мешала пройти вот сюда я хотел. Твою мать, ты уже здесь. Ты откуда такая шустрая? Я вот комнату вот хочу пройти, а ты мне мешаешься. Так что нельзя, Эмили. Да я говорю, давай с тобой в прятки поиграем. Чего в догонялки-то? Давай ты спрячешься, а мы тебя не найдем. Мне кажется, это вполне хороший такой этот, хорошая игра. Здесь ты еще? Или ты уже ушла? А где она? Понимаете, сюда я хотел сходить. Всё. Тут какая-то просто... А, вот, смотри, что нашел. Еще дверка. Вот я сюда хотел, подожди, нет, сюда не хотел, даже не знал, что за дверь, а что это? Тут мы фонарик нашли тогда. Тут какая-то... Что-то... О, яма. А то можно? Твою за ногу, уйди ты, тварь, уйди! Да ни хера себе! А, это сюда. Подожди, а у игры-то вообще логически какое-нибудь завершение есть, в принципе? Ой, собака ты такая. Ты смотри-ка, уже час ночи. То есть, какое-то завершение есть, значит, мы что-то сейчас должны опять сделать. Ну, давайте попробуем. Вот дверь. Пойдем быстрее, наверное. Что-то? Don't stay still. Не стой спокойно, что-то такое, видимо, стоять нельзя. Вот она туда и поползла. Да, вот я хотел сюда попробовать. Нет? Видимо, нам сюда рано. Ладно, и так, don't stay still. А, может наоборот? Эта скотина врет там. Don't look at me, она говорила. At her, в смысле. Типа, не смотри на нее. Соответственно, нужно было на нее смотреть обязательно. Вот она уже. Здорово. Значит, нам нужно стоять, видимо, на месте. Твою мать! Нихера себе! Твою! Ляха! Да, так, понял. Погоди, а что надо делать тогда? Так, ладно, с Эмили мы разобрались. Будем сейчас разбираться с клоуном. Вот это нифига себе, вот это уже весело. Вот это новогодний подарочек, бляха-муха. Так, ладно. Так, подожди. Да, вот сюда я и хотел как раз. А, вот у меня горит, да, фонарик? Мне знаете, что дико радует? Фонарик не духнет. Это такое вообще-то так шикарно. Погоди. Тут смотри, что нашел. А я только хотел. Вон он. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А вот у нас. Подожди, а как мне пройти? Она меня докоснется, нет? Так у меня фонарик включен. Я думаю, что-то плохо видно. Подожди, это... Ты вот сюда ушла, да? Пойдем сюда. Тут смотри-ка, тут оказывается... Какая-никакая логика и сюжет прослеживается. Так это ж классно. Че это? Да вот мы тут грохнулись, тогда все понял.
Пойдем. Пойдем. Пойдем сюда. Подожди, мы отсюда пришли. Пойдем, значит, сюда. Так, давай, так. Не стой спокойно. Значит, стой спокойно. Точно. Вон она что. Значит, надо стоять спокойно и не шевелиться, когда собака появляется. Что нашел? Что это такое? Тихо. Тихо, 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 тихо. Сейчас мы разберемся все. Что это? А что такое? Субтитры бы сюда, ну да ладно. Твою мать, а ты откуда взялась? Не понял. Или, подожди, или нет? А может прошли? Нет, может ночью. В смысле не ночью, в смысле часик. Ну когда попробуем еще раз. Я теперь знаю, что можно спокойно идти вниз, когда мы видим эту скотину. Да, час ночи. Ладно, сейчас разберемся. Че, первый раз что ли? Не, ну вот этот клоун-то мне вообще конкретно так заставил, блин, на коттеджах тут построить. Так, давай еще раз посмотрим. Пойдем за ней быстрее. Куда она пошла? Лево-право. Так, тут мы, значит, все, да, облазили? Тут кодов нету. Давайте тогда тут пошаримся получше. Возможно, что-то мы тут... А, не, подожди. Мы тут ничего не могли упустить. Ой, я тоже тут. Здорово! Вот это вот... Что такое, мне кажется... Вот, вот, смотрите, что-то... А, нет. А, это тут было, да? Дверь. Может, нам теперь надо наоборот? Вот мы тут прошли. О, посмотри, что-то нашел. Сотворачиваться боюсь. Ну да, вот как я и говорил. Подожди, а что нам теперь сделать надо? Так, мы тут уже пошарили, что-то послушали. А может, нам действительно надо? Надо. А, я не знаю, что нам надо. Давайте пошаримся теперь по дому. Чего ж там? Тут мы уже были, пошли по дому шариться. По-любому, что-то где-то должно быть. Потому что эти уже меня не так сильно пугают, но... Этот клон, который цветной, он довольно-таки заставил поднять. Для того, внезапно он это сделал, все. Где он? Вот он, собака, стоим. Давай! О, лихает он тут, обиженный, оскорбленный. Так, не, подожди, давай пойдем пошаримся тогда еще что-нибудь где-нибудь. Опа, она где-то тут. Где она? Не стой спокойно, ну-ну. Не стой спокойно, знаем мы ваши. Вот она. Слушай, а может теперь заработала, нет? А, ну да, конечно. Фокус! Оба-на! Подожди, а что-то мы где? А вот. Пойдем. Что, там не преследуешь нас? Нет. Это хорошо. Нет, нам по-любому, нам надо сюда. Кстати говоря, я же говорю, не было тут двери. Она сейчас станет дверь. Только я не понял, что делать надо. Что такое? Опа. Нет? Бляха, муха, да ты заколебала, тварь! Откуда ты берешься-то, а? Я уже который раз тебе этот вопрос задаю. Хоть бы раз ответила. Так, ну давайте тогда пробуем последний раз. А если нет, я попробую немножко... Кстати, да, на PlayStation скидки. Сегодня этот, на игры, в смысле, в PlayStation. Вот сообщение только что пришло. А, давайте попробуем последний раз. А если нет, то я потом посижу, подумаю, почитаю, возможно. Вот эти переводы, мне кажется. Что-то в этих диктофонах должен какой-то быть перевод. Нет, там какой-то текст есть. И, соответственно, мне перевод бы знать. Что я английский, если еще как-то по субтитрам и так далее, еще худо-бедно могу что-то, то вот без них это вообще все просто печаль, беда. Так, давайте, сейчас еще должно произойти. Должна дверь у нас встать. Вот тут вот как-то. Вот она уже здесь, да? Подожди, где-то, где она? Вот она. А что тут делаешь? Нельзя тут сюда ходить.
подвал. Все, бежим отсюда. Так, попробуем теперь прорваться. Ага. Теперь попробуем к той двери прорваться. Мы тут типа сходили, отметились, мы молодцы. Бежим к той двери, где та девочка была. Тут темно. Тут темно уже и не страшно, если честно. Вот она. Вот. Я думал, вот сюда нам надо, нет? А как? А что делать? Блин, там, наверное, надо диктофон включить, бляха-муха. Пойдем обратно. Пойдем. Вперед. Не, мы сейчас круголей. О, давай, послушаем все. Я тут сейчас круголей понаворачиваю. Я вот уже сообразил, что к чему. Это вам не этот, как она? Не пайн вивдрай, тут домик пока попроще. Опа. А где-то тут, вот она. Так, давай посмотрим вот этот. Что Эмили куда-то там куклу в доме. Только я... Подожди, что-то не хватает. Опа, исчезла. Стоим. Давай, давай, давай. Так, кукла исчезла, это хорошо. Опа. Она где-то это включает, выключает, значит она где-то тут все-таки недалеко. Ну, хрен с ним. Тут тогда почему-то дверь вот боком стояла прям. Ну, давайте пробуем отсюда выбираться. Хрен ли делать. Я пока еще не понял, что, где и как. Что-то Эмили, что-то там. Кукла в доме. А, давайте сюда заглянем. Что тут? Что уж там. Все равно не знаем, что делать. Так хоть пошаримся. Тут тоже давно не были. Это, вот так. Сюда давайте сходим. Нет. Так, ну пойдем, она там где-то шарится, походу. Включаем, бежим. Нет, ну кстати, да, когда маленько привыкаешь, это уже не так страшно. Но вот эта вот внезапность, все-таки есть эффекты, да, они такие. Так. Так, да, не оставайся спокойно. Вот, давай, вот, она, кстати, сейчас не перебегает, может, все-таки... Да нет. И последнее что-то, я несколько друзей... А, и подожди, я оставила несколько друзей в подвале. Подожди-ка, вот он, план же нарисован, давайте сообразим. Так. Ну вот этот проход, вот лестница в правый верхний угол. Подожди, ну это вот, где крест, это вот она, вот эта дырка как раз. Может тут послушать надо? А, здорово. Как сама? Давай по-другому сделаем, давай вот так сделаем. Ага! Это подстава, да, такая? Твою мать, так я же не шевелился! Погоди, а чё? Подожди, а чё-то я не понял. А это так должно быть? Ну-ка давайте проверим. Что-то мы, по-моему, прошли или нет? Нифига мы не прошли. Ну ладно, тогда давайте тормознем, потому что я пока не знаю, что делать. Посижу, подумаю. По идее, мы должны там были друзей найти. Ну вот он, нарисовано вот это место, крестом отмечено. Это как раз вроде на карте это место. Ладно. Давайте, с наступающим вас Новым Годом. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. Самое главное, делайте репост. Нам нужно развивать канал. Всем удачи, пока!